Так, давайте проведем еще один матч за стандартный класс. Будем очень стандартными. Как девочки, которые покупают одежду в магазинах, у которых розовое название, на котором написано «У нас самая крутая одежда». Те, кто читает глянцевые журналы. Вау, сколько вас сразу набежало! Как будто здесь раздают бесплатные билеты на концерт Николая Баскова. Как тараканы, ё-моё. Фак. Да блин, со всех сторон это просто невозможно. О, с нами Макс Кондратов играет, окей. Охереть, ну посмотрите, со всех сторон. Я даже возродиться не успел, уже в жопе. Я никого не взорвал, упс. Пардон, видимо, я своих подзорвал сейчас. Внимание, вражеский беспилотник. Спасибо, оглушил. Молодец. Охереть. Все, глючит, глючит. Вай, свой. БПЛА там все еще летает. Приближается вражеский Ми-24. Свои, идиот. Паша. Воу-воу-воу-воу-воу. Там авиация вверху. Ну, ну что такое? Ну, как мне не повезло-то, а? Внимание, группа Дельта. Замечен вражеский беспилотник. Никто не подобрал жетон. Это что за команда такая? Жетон, что это такое? Никогда не видел. Не знаю, не знаю. Что это такое? Что это такое блестящее, круглое, светлое, красное, не знаю. Вау. Круглое, светлое, красное. О, два оружия. Никогда такого не видел. Надо попробовать всех убить. Надо попробовать идти сзади. Вау, вы посмотри, посмотрите, как меня классно возродили. Это просто шикарно. Ну, посмотрите, они со всех сторон. Где меня возродили-то? Молодцы, ребята. Карта, что ли, маленькая? Подождай. Да, блин, капец. Еще и лагает ужасно. Давайте здесь постоим. Фак. Ну. Подождите, как он меня хоть? О, охереть просто. Это как он меня заметил-то? Внимание, группа Дельта. Замечен вражеский беспилотник. У кого-то 15-5, вот это задрот, а. Мой прицел был прямо около его головы, но я не попал. Почему? Берешь же там блэкаут. Вау, это видели? Ну, я не знаю, он выбежал как-то слишком быстро на моем экране. И чё, где? Кто? Пошли нахер! Как мы хорошо сработали-то сейчас с Монта Эллисом. Буду-ка я с ним гонять. Вау, как нас поимели сейчас ужасно. Кто бы знал, что там стоит турель. Да что за херня? Давайте просто посмотрим, как он меня убил. А, ну понятно. Я же не задрот, мне можно тупить. Ну, охереть. Это кто? Это у которого 22-10? Окей. Приближается вражеская посылка.
Я запаниковал. Мне было очень страшно. Пошел нахер. Убийство подтверждено. Внимание, группа Дельта. Замечен вражеский беспилотник. Ой, ложись. Почему он не хочет ложиться? Он не хотел ложиться. Почему? Вот. Эй, тут нельзя ложиться, что ли? Можно. Он, я нажимал Ctrl. Три раза нажал. Нет, он не ложился. Замечен вражеский беспилотник. Мне явно другой класс нужен. Охереть, ну я ничего не могу сделать. Убийство подтверждено. Вонюи задроты. Сдохните. Ему конец! Поставил оглушающую гранату! Ну, оглушающая же была. Смотрите, он начал стрелять даже тогда, когда нас не видел. Это что за херня? Я не верю, что один человек может так сильно тащить. Или он увидел, что слеповуха вылетела? Ну ладно. Внимание! Вражеский беспилотник. Приближается вражеская посылка. Пошел нахер. Ну, немного не попал. А, беспилотник, мать его. Ну, смотрите, как дергается все. Ну, что это такое, ну? Че, никто по боку не пойдет, что ли? Я... Зря... Нет, не зря ждал. А, не успел жетон подобрать, черт! 6-17! Да. Ну, если сейчас Джон... Я не хочу играть с Джоном Хардином, но посмотрите, он, считайте, всю команду, за всю команду сделал. Все сделал. Вот его бы не было, была бы вообще равная игра, но что-то как-то вообще не весело.